землю, когда получаю в наличие, я быстренько ее имею, то есть я вырубаю рубляк самый крупный, если я еще нахожу такую землю, где там хорошие растения, ну именно деревья, там сосны там такие прям столетние, там, да, это такие толстые стволы, я просто быстренько их вырубаю и продаю на черном рынке. И все, и больше и избегаю. Все, больше меня нет. Долго ты будешь прятаться? Что? 3 минуты, я еще не закончила. Ну, на самом деле, я, знаете, как делаю? На самом деле, я иностранный агент, ну, или как бы, да, а фармацевт, мошенник-фармацевт, это постовое лицо. Я нахожу человека, который имеет медицинское образование, фармацевтическое, и тоже ему эту схему объясняю, что я, что мы хотим открыть это все. То есть вот это все легенда, что я мошенник. На самом деле я как бы под видом прибыли, да, ему открыть эту аптеку. Все, и он начинает, думая, что он реально делает этот проект,